Друзья, привет! Мы на канале Энциклопедии Игр. Играем в игру One Level 2. Поехали! Уровень у нас 101. Патрульный шмель. Короче, надо от этого шмеля уйти. Уйти, убегать, он у нас патрулирует. Все, быстрее, быстрее. Это патруль какой-то. Щенячий патруль. Да. 102, не торопись. Ой. Ты же никогда не торопишься, пап. Ой. Ты никогда же не торопишься, пап. Офигеть, не торопись. Вот этот поворот. Ой. Здесь. Хоп, хоп. Супер. Обманули. Береги прыжки, 103. А, количество прыжков ограничено? Да, смотри. То есть два прыжков надо. Пап, только только один прыжок может сделать и все. Стой. Дверь-то открыта. А ты зачем ты сделал? Не знаю, я чуть не обратил внимания. Я сказал. Да, так, 104-й новая игрушка. Батут. Прямо как в этой, да? О. Ой. Друзья, помните, как в этом? В третьей части. Ой. О, прикольно. А здесь как? Тоже туда его переставим. Слушай, а здесь выше. Офигеть. Офигеть. Наверное, знаешь, как надо так прыгнуть? Нет. Почему здесь нет прыжков? А? Не знаю. Че? Даже этот человечек, блин, стучится. А, наверное, знаешь, как надо сделать? Как? Блин, что за фигня? Да подожди ты. Что-то, блин, стучится, да? Ну. Во. Это, блин, человечек. Тук-тук-тук. Че ты там делаешь-то, а? Чем что ты пьешь? А? Слушай, а как там прыгнуть? Сейчас он высоко прыгнет, да. И ты прям быстро вот так. А как он высоко? Ты вот так что? Вот, давай пока. О, может вот так сделать? Давай. Чё ты, блин? Это что за фигня-то? Вот смотри, здесь он высоко сразу прыгает, видишь? Да. Сразу. Ну и когда мы в середину подходим, он высоко прыгает. Может вот так вот? Смотрите, в середину подошел он. Смотрите, друзья. Во. Видишь, ты в середину пошел. Ты, блин, хорош стучаться к нам. Да. Это, блин, стучится у нас. Да, вообще офигел. У нас тут ничего не получается. А он, блин, начал стучаться. А он стучится там. Откройте, ребятки. Нет, типа. О, иди отсюда. 105-й вовремя пей лекарство. Пей лекарство вовремя. А что, да пей, вот лекарство. А, все, выпей. Бежим. Еще... Да не, мы успеем. Успеем, думаешь? Конечно. Воу. Все. Капец. А что, все? Все. Все. Не, успеем. Нет. Успеем. Yes. 106-й нам нужен ковер-самолет. А где мы возьмем? Где мы возьмем ковер-самолет? Это может ключ быть? Может ключик можно как-то. Ага. Ключик не двигается. Может. Так, а, во! Вон там вам был ковер. Нет? Нет. Во. Ой, смотри, смотри, ты сюда нажал? Смотрите. Там ковер-самолет! Да? Ой, какой там уровень-то был, не помнишь? Давай посмотрим. Сейчас посмотрим. 106-й, наверное, 107-й будет. Давай попробуем, 107. 107. Нет. 106? 6-й попробуй. 6-й тоже не... Ладно, давайте попробуем, друзья, подобрать. Быстренько вот так.
Может, что получится. А так, единичку? Я придумала. Сделай единичку. Ага. И потом, это, двоечку. Блин, а как так-то? Единичку, двоечку и все. Где нам взять ковер-самолет с тобой? Но он там лежит, ты что? 100%? Да, 100%. Сделай шесть. Ага. Ладно, сделай шесть, ничего там. Что? Шестой, пап, делай. Я уже делал, не работает. Ты не делал. Делал, вот смотри. 106. Не работает. Может, 101. 120. 130, 140, 105-ушки. Блин. О. Ого, мы какой-то уровень открыли. Что надо делать? Чего? Был 135? 140. Что ты там, блин? Ты прикинь. Это игра. Можно мне играть? Это моя любимая игра. Ты в ней играла? Нет. Ага. Но все равно мне играть. Можно дать? Я знаю, как. Да, да, сейчас я. Офигеть. О, дай. Сейчас, погодите. А, о. Что там было, пап? Какая-то 181, что ли? 181. Ну-ка, вот смотри. О, можно мне? Пап, ты что, играешь за смех? Можно мне дать? Сейчас. Шмелек. Короче, просто приколюха какая-то, отдельная игра. Ладно. Друзья, нам нужен ковер. Где мы возьмем ковер этот? Ковер-самолет. Ключ. Может, человечка перевезти туда? Так, ну давайте посмотрим еще раз. Нам нужен ковер-самолет. Ковер-самолет. Может, это прыжок в ковер-самолет? Может, удержать как-то? Ну-ка. Ха. Блин, друзья, ну что тут надо? 106 уровень. Может, паук этот ковер-самолет? Так, пауза. Слушайте, друзья, когда мы вот нажали... Друзья, когда мы вот нажали на начать игру, вот так, вот это, ага. Я заметила, что там было синее что-то. Я что-то тоже помню, да? Ты помнишь? Да, помню. Как будто коврик какой-то лежал, да? Да, как будто кто, какой-то коврик. Может, лежал. Вот так? Ой. Ой. Ой, так, друзья. Нам нужна помощь. Давай подумаем. Ковер-самолет. Здесь у нас птичка. Нет. Птичка — это вообще какая-то фигня. Ковер-самолет. Вот ему какая-то Испания нужна. Может, здесь звездочки? Нет. Может, музыку надо выключить? Пап, ты сейчас на него нажал, смотри. Что там? Ты на него сейчас нажал, и он это вместо две руки сделал одну руку. Да? Да, смотри. Так. Смотри, вот я слышала звук, что ты на него нажал. Ну-ка, может, мы уже ковер-самолет получили. Блин. Да блин, может, его перелететь? Может, перелететь? Нам нужен ковер-самолет. Нам нужен ковер-самолет. А может, вот так? Нет. Я вообще даже не знаю, как туда. Здесь нет никаких входов, выходов. Шипа. Да, мы поняли. Ковер-самолет. А может, шипы как сдвинуть, нет? Нет. Шипы не сдвигаются. Нам нужен... Ничего тут не шевелится. Нет. Подожди, держи, вон телефон.
И Саука, я что-то мне что-то это показалось или нечто. Подлинчивает. Нам нужен ковер-самолет. Вот он, ковер-самолет. Я ж тебе сказала. Может, там я бы хотела вот тут подвинуть. Да. Телепорт. 107-й телепорт. Ой. Я ж сказала, телепорт. Пап, я ж сказала, телепорт. Давай вот сюда вот, может. Папа, залети. Ну. А стоп, если вот сюда? Стоп. Наверное, вот так. Вот так. А почему здесь не нужен телепорт? Не знаю. 108-й непостоянство платформ. Оп. Исчезает, видите? Не хотят стоять. Да, ну нам он не проблема, да, Дэн? Да. 109-й спринт. Что за сплинтер? Может сказать, это за сплинтер? Учитель сплинтер. Приколюха. 110, не забывай двигаться. И чё, куда? А, вот, смотри. А, стоит на месте. Вот, так. Смотри, из-под ног уходит. Так. Я быстрее него, да? Да. Все. До свидания. Друзья, прошли 110 уровней. Поставьте лайк, подпишитесь на канал и напишите нам коммент. До скорой встречи, друзья. Пока. Отправьте это видео каждым друзьям.